28 марта 2021 год, Харьков. Полнолуние 19:40 по Киеву, Харькове. Полная луна встает над горизонтом. Уменьшу-ка выдержку. Дабы контрастнее выглядела наша красавица. Только-только встает над горизонтом луна. Это огни зданий микрорайона. Понятно, насколько над горизонтом луна, да? Где-то 10 градусов. Угловых. Пока еще через плотные слои атмосферы на нее смотрим, поэтому. Но, ух ты, что же это у нас такое там летает, а? Но это уже только в замедленной съемке посмотрю. Летучая мышь, скорее всего. Или птичка. Ну что, птичка ночная, хищная, да? Ну да, сейчас тяжело резко навести. Пока еще. Низко над горизонтом луна. Харьковский городской воздух не способствует. О, как плывет прямо. Видно, теплый воздух от города плывет и искажает. Изображение кажется, что края луны плывут. Наверное, вот так. Резче всего будет. Так, а МКС у нас появится через 20 минут. В 19:02 на западе появится МКС и пролетит через натурально, через Большую Медведицу. Через ковш, практически столкнувшись со звездой. Дубхи, что ли, она называется. Надо, кстати, сейчас потренироваться на нее понаводиться. Буквально в полуградусе от дубхи. Это не глагол. Будет пролетать МКС. Кратер Платончик. Слева в верхнем углу. И может быть, я просто наведусь на этот дубхе, на звезду Большой Медведицы. И подожду, пока мимо нее пронесется МКС. Ну, он, конечно, просто промелькнет через экран при скорости 27 тысяч километров в час. Даже на высоте 400 километров увеличение 125 крат. Аристарх. Сейчас. Ты посмотри, ни ветра нет. И облачка разошлись. Ну, я не знаю, не на что жаловаться, кроме своих кривых рук. И косых глаз.
ты ж моя золото. Ну, конечно, когда в зените будет луна, видимость будет намного лучше. Все кратеры будут четенько, контрастненько. И еще куча ласкательных, уменьшительных эпитетов. И даже грязь под ногами высохла за день, ты представляешь? А то я вчера на берцах домой столько земли принес, грунта. Землю Санникова можно было собрать в домашних условиях. Так. I get a ticket to the moon. Now that I don't care about the rest of them. Хорошо, сделаю сейчас паузу, наверное. Подождем, пока луна поднимется выше. Дублей будет много. 19:47 по Киеву. В Харькове 28 марта 2021 год, полнолуние. Отставить. 18:45 UTS, это получается 21:45 момент технического полнолуния. Ну, в общем-то, сейчас 19:47, 2 часа до него, ну, и так хорошо.